На сей раз без подвоха, экран смартфона Sony Xperia 1 практически всегда будет отображать картинку в родном разрешении. С разрешением 4K в смартфонах Sony начала играть еще несколько лет назад. Однако в той же модели Xperia X Premium большую часть времени экран отображал картинку в разрешении Full HD, а родное для него разрешение активировалось лишь в ряде родных приложений. С моделью Xperia 1, которая получила кинематографический дисплей разрешением 3840 на 1644 пикселя, ситуация будет не такой. Судя по ответам на форуме Sony, у нового флагмана экран всегда будет отображать картинку в полном разрешении за исключением случаев, когда ПО не будет иметь соответствующей поддержки. Кроме того, скорее всего, в настройках можно будет вручную уменьшить разрешение, так как далеко не всем нужны эти самые 4K в интерфейсе.